Последней проверкой сил перед стартом нового сезона для хоккеистов «Авангарда» стал традиционный домашний турнир памяти Виктора Блинова. Несмотря на товарищеский статус соревнований, количество болельщиков, желавших вживую посмотреть на любимую команду в обновленном составе и с новым старым главным тренером, оказалось довольно большим. И надо сказать, что радовать своих поклонников ястребы начали уже со стартового матча турнира. Первый соперник, новокузнецкий «Металлург», за 60 игровых минут получил в свои ворота 6 шайб. Правда, и мячи, потеряв в концовке встречи концентрацию, позволили сопернику отличиться трижды. Начало было такое не очень. И концовка игры у нас, почему-то мы не можем играть. Последние игры у нас так получается, что мы ведем большой разрыв в счете и не можем никак до конца доигрывать матчи. Это надо учиться, потому что в сезоне будет тяжело. Это хорошо, что пока мы забиваем. Думаю, надо будет над этим еще поработать. Летом «Авангард» активно вел себя на трансферном рынке, и Райма Суманин в итоге получил солидный, хорошо укомплектованный состав. Количество хоккеистов, находящихся в распоряжении финского наставника, хватит на то, чтобы сформировать не 4, а 5, а то и 6 боеспособных пятерок. На турнире Блинова Суманин дал проявить себя обоим основным вратарям и много экспериментировал с сочетаниями полевых хоккеистов, стараясь найти идеальные игровые связки. Мы очень много переставляем игроков по звеньям, меняем их местами постоянно. Это не связано с травмами, просто идет поиск правильных игровых сочетаний. Это нужно делать именно сейчас, в товарищеских матчах, где результат не имеет большого значения. Эксперименты с составом на результате отрицательным образом не сказались. «Авангард», к радости болельщиков, завершил домашний турнир со 100% показателем набранных очков. После «Металлурга» ястребы обыграли также «Амур» 5-0 и нижнекамский «Нефтехимик» 4-2 и в итоге стали победителями 27-го турнира памяти Виктора Блинова.